Прием-прием, друзья, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы с вами будем троллить моих друзей Леску и Нубика Кубика. Сегодня я стану Шейлушаем, синим котом с Мурфиком, либо же синим грибочком, называйте как хотите. Кстати, о грибочках сегодня тематика будет именно такая, потому что появлюсь я в образе обычного вот такого гриба в Майнкрафте, я буду при этом разговаривать. И наверняка мои друзья подумают, что с ними явно что-то не то. Ну а далее все будет развиваться более быстро и более интересно. Но ты прямо сейчас не ленись и напиши в комментариях секретное кодовое слово «грибочек». И после этого обязательно не забудь поставить лайк, чтобы сегодня максимально затроллить своих друзей, и жми на кнопку «подписаться». Ну что же, приятного тебе просмотра. Что такое? Это ты, Нубик? Нет, это не я, Леска, честно говоря. О, там гриб какой-то, смотри. Леска, это что-то было. Что это было? Подожди, тут гриб. Батюшки мои, что такое-то? Леска, это гриб делает? Я не знаю. Помогите, я за домом застрял. Кто-нибудь за розовым домом, помогите мне. Кто это? Это видимо, кто за домом взял. Помогите. Пошли посмотрим. Кто здесь? Кто вы? А может быть за моим домом? Или хотя, ладно, за твоим, мне кажется, все-таки. Ну, никого нету. Нету, не... Леска, это ты делаешь? Что происходит? Какой я так не умею делать? Что это за звук? Леска, а куда гриб делся? Что происходит? Сзади дома, сейчас посмотрим. Помогите, Леска, помогите, гриб, я здесь. Гриб здесь, смотри, сзади дома гриб появился, хотя он там был. А ты помогите, откуда здесь? Помогите, вытащите меня, застрял тут как-то, не знаю, что происходит. Это ты, что ли, говоришь? Алло? Леска, это мой гриб. Ну я его ем, видишь, надкусано. Так, Нубик, подожди, по-моему, сегодня пища отравлена, мы что поели с тобой? О, спасибо Леска, большое, о, спасибо, наконец-то меня освободили. Леска, сюда! Что-то Боже мой, что такое? Гриб ходит! Так, его что, придавили? Какой гриб ходит? Вы с ума что ли сошли? Какой гриб? Вы совсем не видите, что ли? Какой еще гриб? С ума что ли сошли? Вы что несете? Ты кто там? А, ё-моё, я забыл! Сейчас, секунду, вернусь. Стойте здесь, стойте, погодите. Как я такое забыть-то мог только? Сейчас приду, погодите, секундочку. Леска, это мы точно видим, или это что такое? Леска, ты точно ничего не подумала? Вот я здесь, все, извините. Чуть-чуть перестарался. Чё кричите, с ума что ли сошли? Я сейчас оглохну. Вот особенно ты кричишь прям очень сильно. Ты зачем грибом стал? Ты почему разговариваешь? Я забыл! Я шелушайщик, а я же как бы грибочек, и для того, чтобы маскироваться, чтобы не пугались. Я становлюсь грибочком, да, мы все любим грибное. А зачем вот это оу какое-то? Я вас просто потроллить решил. А вы что, не заметили, что я вас тут домик построил? Вы не против? Ой, что такое? А что такое на самом деле? Ну да, живу. Что такое? А покажи нам. Показать? Ну, не знаю, ну пойдемте посмотрим, что там у меня находится. Кстати, а ты можешь еще раз у сделать мне просто? Вот дает, а? Нет, я только в образе грибочка такое делаю. А, реально? Ужас, Нубик, ух ты, то есть... Общем, пойдемте. Что-то мы не то с тобой. Так, вы не против то, что я тут пару грибочков вот таких вырастил, и надеюсь, что... Ты что-то дофига вырастил? Нормально, я нормально. Я правда а зачем не... столько много? Знаете, вообще, так что сайчики должны прятаться вообще-то? Заходите. Я правда, подожди, конечно. Сказать, я правда не люблю грибы, но можешь оставить эти грибы, потому что нам они не мешают, но я их не люблю все-таки. Вот, добро пожаловать. Ого. О, у вас во, вот таким ты был, вот таким ты был. Да, да, можешь таким был. Это тоже живой? Конечно, это же мои друзья, они еще маленькие, они еще на стадии формирования шелушайчиков. У них даже шляпки коричневые. А маленькие а у тебя какая стадия? У меня белая, вот грибов, я могу перевоплощаться. Можешь спросить, а маленькие шелушайчики, они только в виде грибов могут? Ну конечно, мы из вот таких вырастаем потом нормальных таких питомцев. Они могут делать этот звук У, когда они грибы? Ну, наверное, могут, я не знаю. Я могу. Тебе только звук У заинтересовал, а мне вот непонятно, как это здесь? Слушай, а что у вас тут? Компьютер, меня тут нет, нельзя, это шелушайчика место, так что ни в коем случае заглядывать нельзя. Вот, так что... Подожди. Ты что, теперь здесь жить, что ли, останешься? А что, нельзя, что ли? Не, как-то странно, наша деревня, и ты прям жить? Тут такой самый высокий. Не знаю, просто нравится. Так, вот сейчас пойду на прогулочку немного. Так, сейчас это возьмем. Все, давайте пойдемте гулять. А чем ты вообще? А чем ты занимаешься? Я вообще люблю рисовать, я люблю вот синий цвет. Ой, грибы задергались. Вот, все нормально, все нормально. Это хорошо, что задергались. Все, пойдем. Я закрыла. Так, давайте за мной грибочки побежали. Так, грибочки, грибочки. Так, это сюда берем. А куда вы, куда? Сейчас куда, приду, куда? Сейчас приду. А так, где ты? Это сюда. Он в амбар. Я возле амбара стою. Я возле амбара. Так. А что ты делаешь? Я ничего не делаю, осматриваю просто территорию, смотрю, как она слушай, выглядит. Спросить, о, а этот, вот это намного а лучше, что? Конечно. А вот если у вас... А зачем поменять? Так, что, теперь пойдем дом менять. Теперь пойдем дом менять.
Стой, подожди, дай спросить кое-что. Нет, это уже было когда-то, пожалуйста. Как когда было? В смысле, не было такого? Подожди, дай спросить, спрошу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что, что, что? Слушай, этот, не какой надо... твой любимый, этот, ты грибы, да, любишь кушать, да? Я есть гриб. Пожалуйста, не надо. А, ну ты любишь кушать грибы? Ну, люблю, допустим. Вадим, не трогай, не трогай. Я не трогай, пожалуйста. Бесполезно, бесполезно уже все. Так, сейчас тут вот так напишем. Я не люблю синий такой. Опа. Цвет, я не хочу. Все, нормально. И теперь это... тут отныне шай. Живет шай. Теперь так будет написано. Так, что-то вы какие-то бледные, голодные. На, грибочек покушай, грибную похлебку. Ты тоже грибную похлебку покушай. А это съедобно? Так, и единственное, что мне не нравится, конечно, вот амбар, конечно, синего цвета. А вот все остальное, оно вообще не синего цвета. Так что сейчас придется это поправить. Ты что нам дал такое? Так, сейчас тут в сторону отойдите. Стой, слушай, ты что нам дал такое? Ты что сделал? Это сюда. Нубик, что он со мной сделал? Это похлебка, не ешь ее ни в коем случае. Ай. А вы что? О, добро пожаловать в нашу гильдию. Гильдию синего цвета. Нубик, я же сказала, зачем ты съел? Так, ничего, добро пожаловать. Добро пожаловать в семью. Знаете, кто такой Доминик Шайлулетто? Кто это? Нет, это не такой, это один из нас, только он, короче, лысый. Вот, лысый такой кот Смурфик, он любит на машине тоже ездить. Тоже синий, что ли? Да, и он постоянно говорит, что в жизни самое важное — это семья. А у нас короче, вы грибочки едите, у вас что-то не то с вами. Добро пожаловать. Реально. Кто это? Так, и сейчас вот сюда поставим, тоже добро пожаловать. Нубик! Что вы делаете с нашими животными? Верните их нормальный как образ. Что? Я делаю вас нормального вида. Теперь вы все будете хорошего синего цвета. Не-не-не-не. Ты серьезно? У нас такие куры. Так, сейчас еще пойдем. Вот это что тут за домик такой? Это не ваша деревня, ну пожалуйста, хватит. Так, сейчас тут тоже все это дело покрасим. Нубик, это синяя курица. Это просто жесть. Это выглядит на самом деле очень красиво и необычно. Вот так вот. Вот, видите, видите? Вы уже меняете свое мнение. Слушай, подожди, а какого цвета будут яйца? Тоже синие? А, это я не знаю. Это мы еще не проверяли. Так, ладно, здесь все готово. А почему у меня красный глаз не стал синим глазом? И нужно теперь побольше у вас тут, конечно, грибочков-то поворачивать. Погоди-ка. Так, пойдемте сейчас будем менять ситуацию, короче. Ой, а у меня все на другой стороне. А я хочу хрюнчик посмотреть. Так, сейчас мы запрыгнем кое-куда. Сейчас мы куда? Опа, вот сюда вот запрыгнули. А сколько тебе лет сейчас? Так, вот сюда вот ставим. Я не знаю, что такое лет. Так, это вот сюда. Но это типа поменяем. Сколько ты живешь уже лет? Так, это поменяем. Что вы там делаете? Не знаю, только зимы жил. Лет не жил. Он у тебя строит что-то на верхушке твоего дома. Так, посмотрите, и вот сюда. Опа! Все, вот это совсем другое дело. Теперь так, этот дом будет видно издалека. Ну, пожалуйста, блин, не хочу я на стене на своем. Лес, вообще-то красиво, почему ты жалуешься? Зачем ты выращиваешь? Леска, как ты это делаешь? Нормально, все, не волнуйтесь. Сейчас мухоморочек у тебя тут появится тоже. Смотри, опа. Леска, ух ты, смотри, как красиво. Бац, все, теперь мухоморочек появился. Так, теперь следующий дом обработаем. Леска, у тебя реально красивее такой дом стал. Не нравится тебе, что... А, сейчас тебе сделают там. Радоваться будешь. Опа, сюда, нормально, все, сейчас тебя зайдем в дом. Подожди, что ты делаете? Стой, Нубик, подожди, у меня вопрос. Что вы делаете? Постой, постой, шалушай, как ты выращиваешь грибы? Я никогда не знаю. Как, берешь, сажаешь дерево. Тыкаешь костной мукой. Ладно, красиво будет. Зачем сюда дерево? Ой, этот. Быстрее, давай. Ломаешь ствол. Когда сломали ствол, пока есть листва в небе, ставите грибочек на землю и тыкаете, получается, костной мукой. Вот так вот. Как красиво теперь у меня стало, конечно. А как это? Жесть. Вот, пойдемте. А если листву сломать? Ладно, пойдемте кое-что еще покажу. А вы можете это? А что еще покажешь? Сейчас, сейчас увидите. А зачем ты ему выговоришь? Ну, что? Же, потому что это же маленький. Все правильно, все правильно, почтенный, я почтенный, так что на вы надо обращаться. Вот учись, учись, вообще, слушай, да ты какой-то сморчок синий, какой почтенный. Какой сморчок, сами вы поганки. Я да, не поганка. Мы вообще-то превратились в какие-то синие. Да, сейчас я вам покажу одного своего друга. Вы вот его точно не узнаете, никогда не видели. Леска, это же поганки вот эти грибы, да? Так, поганки, это сюда уберем, да? Это сюда уберем. Нет, это не поганки. Короче, это во-первых, идите это сюда, поднимайтесь поганки. Ко мне домой. Хорош бухтеть, послушайте меня. Ага. Чего там потом? Так, давайте, отведайте-то вот таких моих грибочков. Вот, а это специальные грибочки. Да. Так это же мухоморы. Ты же нарисован. Ничего не мухоморы, это вообще-то называется... Шай-грибай, вот именно. А ничего с нами не произойдет, если мы съедим? Ничего с вами уже произошло в обычной похлебке. Почему-то так, что не переживайте. Резко, ну вкусно, в принципе, со мной ничего вот не происходит. Пойдемте. Сейчас познакомлю так, вас подожди, с кое-кем. Зачем мы это ели? Это вам нужно подготовиться. Что? Грибы усилят глюциогенный ой, эффект, это... и вы будете чувствовать я себя спокойно. Я не хочу эффект глюциогенный. Все хорошо. Глюциогенный, Леска. Пойдемте за мной.
Только не пугайтесь. А вы же один дом тоже? Видали? Видали? Ну-ка, Шай, Грибай, Мутант, голос. Тихо. Ну все, ну все, хорош, все уже. Хорош, все, наконец-то. Перестарался немного. Эдон, это кто? Это Шайлушай, гигант, версия 3.0, это наши эксперименты. Он ходит за мной, не пугайтесь, он вас обижать не будет. Он вообще-то на меня наступил. Конечно, хороший. Он боком идет. А почему такой странный, что ему с лицом вообще? Он мутант. Ты видел когда-нибудь голема? Вот голем для жителей, это вот такой мутант. А еще есть зомби-мутант, снежный мутант. А это гриб-мутант, это гриб-мутант. Короче, Нубик, капец нам, это нам конец. Все нормально надо, будет. Он боится. Ногой наступил на грибочек, посмотри. Все в порядке, что не наступил, нога в воздухе. Все нормально. Так, короче, так, Шелушай, сейчас кое-что сделаю. Уезжай, так, отсюда, ты бери вот это. Ты не так, ты тоже бери вот это. Что это? Где? Что-то мне не нравится. За мной? У меня такое алмазное. Он сейчас задавит нас лесом. Че, мужик, давай за мной, говорю. Мужик-то идет. А его мужик зовут, да? Да, это, а это он научился кривые, это разговаривать. Страшные. Сами вы кривые, сами вы страшные. А крутится, знаешь, когда подожди, идет? Подожди. Я знаю, он всю жизнь в памперсе ходил, как Нубик, у него ноги вот такие. Так, пойдемте, пойдемте. Сейчас вам кое-что покажу. Я думаю, вам это дело точно понравится. Это Шай-Лушай всякие в деревне наши. Так, это я еще вот один приехал. У меня еще друзья должны, еще 200 таких, как я, приехать. Вот тогда вот только грибов будет. Так, нет, мы капитану скажем, он запретит въезд. Какому капитану еще? Никаких капитанов не надо. Так, давайте. А, стойте, стойте. Забыл. Вы же должны защищаться, главное. Держите. У вас вместо капитана Шайки, а что там будет, да? Что ли, еще? Там война будет, что ли, какая-то? Держите, давайте за мной. Возьми сейчас, лесо. Драться будем, что да, ли? Да, так. Возьми оружие, если давай, мутант, за мной. Ай, он меня скинул. Так. Он меня уже вот, раздавил. Вот, вперед. А куда там? Тут Дерёмся. Ваши какие-то зеленые непонятные существа, я не могу это понять, что это такое. Это зомби. Вот, так, грибочки, давайте, покажите, на что способны. Вот, грибочек дерется. Молодец, грибочек, смотрите, видите? А они тоже дерутся, что ли? Конечно, смотри, вы можете убежать, вот убегите. Нет, не, посмотрите. Видите? Я вижу, что они, да, они урон. Вот так вот. Так, этот мутант, видимо, застрял там, наш гриб большой. Он, видимо, а он у тебя там застрял, да, реально. Он даже пройти проход не смог, судя по всему. О! Слушай, подожди, а зомби какие-то просто вообще? Зомби сильные, получается. Да. Гриб, ты не лезь под мое оружие, слышишь, гриб? Они всегда с двух ударов. Вырубались. Да, а вот я и говорю то, что тут ваши пещеры какие-то зеленые, ты завелись и не мог, не дают нам кое-куда пройти. Тут просто есть специальное место Шайлушая, я вам хочу показать. Откуда ты всего так много сделал в нашей пещерке? Так, грибочки, я уже целую неделю вам подмешивал, вам казалось то, что вы как бы живете обычной жизнью, а на самом деле вы все время спали. Так, короче. Что? В смысле? Короче. Как мне страшно. Добро пожаловать, это АКМ. Все, а готово. А как вам могли нам грибочки подмешать и в нашем доме? Ой! Я денег дам! Это что? Кто это? Опять что ли поет? Выключи его! А ты им пользуетесь? Видимо, да, Нубик? Нубик, аккуратно, что-то он такой мощный, этот зомби. Так, в сторону! Помогите, он не надо меня. Не боись, Шайлушайчик, вот, а мутантина, смотрите. Ты своего гриба... Сейчас, смотрите, они разберутся с ним. Грибов привели сюда. Давай, грибочек, вперед. Не говори, вообще все странно, да, Нубик? А, они еще умеют делать. Это мне вообще. Давай, опа, все, за мной, давайте. Все, с вашей-то помощью я наконец-то дошел до этого места. А, вы хотели руду добыть такую? Давайте, добывайте. В смысле, вот так руку? Конечно. А ты как кушать можно, получается? Это грибной алмаз называется. А его нельзя есть, да? Я тебе советую грибы больше не есть, реально в больнице. Не, кушайте, больше нужно кушать. Нет, это... Нубик... И сейчас вы стали синими, завтра утром вы проснетесь, вы станете грибочками. Красные? Вот, и мы с вами вас съедим тоже, получается. Так вы же, нет, расколдуй нас. И вообще, на самом деле, все, что вы видите, вам снится, это галлюцинация. Леска, как проснуться? Нубик, он нашим сознанием управляет. Леска, ущипни меня, как мне ненормально. Проснуться, пожалуйста, ущипни, чтобы я проснулся. Давай, просыпайся. Это не поможет, эти грибочки специальные, шелушайские. Леска, как проснуться? Это неправда, неправда, не слушай, он говорит неправду. У нас уже еще больше стало, если вы не заметили, смотрите. А, реально? Да, вот они мы. А как так-то? Вот так вот. Ой. Ваше сознание нагружается все больше и больше.
Чё-то мне плохо становится. А теперь верните мне все грибочки. Все грибочки мне верните, ну-ка быстро. Ты что так много их ставишь-то? Грибы все вернуть? На, грибочки, держи. Да уходите. Не ваши грибы. Что? Уходите, шахты, быстро. А, Лизка! Ну-ка, побежали. Все. Я говорю, что он... Я приручил людей. Это не ваша же деревня. Уходи отсюда. Нубик, Нубик, поехали капитану все скажем, это фигня какая-то. Капитан, давай, давай, все, деревня моя теперь. Вы помогли мне добраться. Убегай. Я использовал вас для того, чтобы уничтожить этих зеленых зомби. Лизка, теперь быстрее, нас стало много. И деревня теперь тоже будет нашей, так что все. Нубик, а как быстрее? Капец, быстрее, капитан! И никакой капитан вам не поможет. Лизка, беги! И мы еще сидим с тобой. Да мне больно, хватит толкаться. Это нормально, это не я. Ой, куда бежишь? Куда меня? Я не знаю, я не вижу ничего. Кто ты за мной идешь? Я иду. Беги, куда ты убегаешь туда? Нубик, давай, давай, пошли, пошли, пошли. Я вам сейчас сломаю. Хватит уже. Лизка, быстрее бежим, давай грибы им сломаем. Я не могу быстрее. Вперед, грибочки, вперед, армия грибочков, за мной. Я бегу им ломать. Я бегу, давай скорее, да. Ломай основание. Если вы гриба, сломаете, быстрей. Будет только хуже. Они куда-то в сторону твоего дома пошли, Нубик. Зачем вам мой дом? Так, а посмотрим, что у нас тут. Ага, что, есть такая штука идет? Вот интересная. Это моя машина! Все, всем спасибо за внимание. Йоу. Я, короче, поехал. Вот. Это а моя. Что вы тут? Ну-ка, ну-ка, быстро вышли. Это теперь моя машина. Это моя ну-ка, машина. Ну-ка, это, ну-ка, выходите. Что? Ну что? Да ты? Ладно, я пошутил, все, это шутка была. Ну-ка, 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 машину вернитесь. Да вернитесь, да дайте машину сюда. Да что такое? Да я пошутил, дай машину. Ладно. Как пошутил? В каком месте пошутил? Непонятно. Все нормально с вами будет. Ну, выйди из машины. Ну, Нубик, он сейчас уйдет. Куда? Нубик, галлюцинации, поехали в срочную больничку, потом комментарии заедем. Короче, это был Шайлушайчик. Всем пока, и сегодня я троллил людей, и вот так с ними что произошло, теперь они стали грибочками, все, всем пока-пока. Ладно, держите машину, она мне не нужна, в принципе, ну, ловите. Короче, давайте, Нубик, увидимся в следующий хорошо, раз, увидимся, как говорится, на обеде. Леска. Друзья, вы сами все видели, это какой-то ужас происходил, вот доказательства, вот видите, как... Ой, уходите отсюда. Помогите. Короче, пишите в комментариях, что это было, мы ничего не поняли. Нубик, пошли грибы ломать, реально, мне это нравится. Грибы. Всем пока-пока! Пока-пока, друзья! Встретимся на обеде! Да что он за мной идет-то?